что, друзья мои, всем привет, с вами Некит, и сегодня мы находимся на самой-самой четкой, мощной, сочной, безумной просто копии Red Mirror, друзья, это фреймрейт ролеплей. Спасибо всем за активность на канале, канал потихонечку начинает возрастать, и мне это очень нравится, и спасибо большое за 2000 подписчиков, друзья, мне безумно приятно. Сегодня, ребят, мы сделаем полный обзор данной копии, посмотрим, что у нас есть, чего у нас еще нету, чего не добавлено, друзья, и все будет прикольно, поэтому, пожалуйста, прожми лайк и обязательно подпишись на канал. И также не забывай, что ссылочка на группу Фреймрейта находится в описании. 50 первых людей, подписавшихся на группу, получат 30 тысяч доната, друзья, при открытии. Открытие будет 10 ноября. Поэтому, друзья, все ссылочки в описании, заходим и играем вместе со мной, друзья. Итак, начнем мы с того, что, в принципе, покатаемся на тачках, ребят. Кстати, вот по поводу поворота спрашивали колес, как ты это сделал, как ты сделал камхак. Ребята, все расскажу, если этот ролик соберет хотя бы 20-ку лайков. Итак, что по дому, друзья? Я купил себе домик. Я захожу домой, и все в домике прекрасно, друзья. Все замечательно, все хорошо. Все просто реально шедеврально. Я могу вылечиться, пожалуйста, вы успешно вылечились. Я могу, друзья, зайти в туалет, пописать, покакать. Салам алейкум, могу искупаться в собственном басике. Опачки. Собственный басик, друзья, собственный басик. Сыра хорошо, нормально я вылез. Вот, также здесь у нас есть кладовая, друзья. Вот здесь есть гаражик, вы можете сюда поставить, не знаю, что-нибудь. Салам алейкум. Пожалуйста, ребята, также смотрите, гаражи еще в разработке, друзья, скоро будут гаражи прям нормальные, прям салам алейкум. И в разработке, друзья, у нас присутствует сейчас, собственно, шкаф. Но шкаф тоже будет дорабатываться, не переживайте, все будет замечательно. Итак, выходим на альт, спокойненько выходим, подбегаем к нашей тачке и поехали прокатимся, что, в принципе, есть на райончике у нас, друзья. Блин, ну, Волга просто, я не могу, я с ней так тащусь, ребят, просто она такая сосная, прям, блин, вот я реально, я не могу, прям, она такая просто гоночная, просто пушечная. Это просто без слов, я не знаю, блин, это капец. Также, ребят, 10 ноября при открытии будет у нас с вами раздача классных эксклюзивных скинов, друзья, эксклюзивных машинок. Поэтому успей, пожалуйста, зайти на стрим 10 ноября. Все ссылки, еще раз напоминаю, находятся в описании. Итак, ребят, собственно, что по домам? Давайте посмотрим. Дома, в принципе, друзья, все свободны, кроме моего. Мой дом, естественно, занят. Ребят, смотрите, все домики практически свободны, потому что, как бы, проект, открытие проекта совсем скоро, и все, друзья, нужно опустошить, все красиво сделать, и вот так вот боком навалить, ясен пень. Поэтому, друзья, заходим, покупаем свой домик, и все будет замечательно у вас, друзья. Так, что еще самое прикольное, что сюда мы добавили, друзья, это, во-первых, давайте разберем, друзья, наш инвентарь. Инвентарь, посмотрите, все в стиле нового Red Mirror, друзья, обновление, чтобы вы понимали, 6.4. Мы можем прописать команду fcoins, и нам выдаст вот такое вот табло. Вы действительно хотите продолжить? Да. Слот для покупки авто, снять все предупреждения, покупка автомобильных номеров, покупка четырехзначного номера телефона, покупки скина, покупки авто. Покупка четырехзначного кода. Давайте попробуем, друзья. Это номер телефона, прошу прощения. Давайте попробуем с вами купить номер на машину. Покупка автомобильных номеров. На данный момент недоступно. Вот, ребят, пожалуйста, еще в разработчике. То есть, как бы, есть моменты реально в разработке, но я думаю, ничего страшного. Ох, как я баченским дал просто сейчас сочно. Пожалуйста, ребят, АЗС продается. Я, наверное, не смогу купить, потому что у меня, скорее всего, есть пизак, если не ошибаюсь. Вы уверены, что хотите купить заправку? Пожалуйста, я могу приобрести себе заправочку. Нажимаем, друзья, и, пожалуйста, напишите FOLST. Поздравляем, вы купили заправочную станцию. Владелец Naked Trash. Ребят, пожалуйста, все функционирует, все замечательно, все прекрасно. Также есть, собственно, зарядочки для Tesla. Пожалуйста, они тоже функционируют, друзья, все работает, все замечательно, все хорошо. Так, это хорошо, это мы разобрали, ребят. Что, в принципе, по автосалончикам, все, что, в принципе, по машинам. Давайте посмотрим. Так, слэш GPS, пожалуйста, GPS тоже в новом формате, все четко. Так, авто... Салон, пожалуйста, давайте общественные места. И давайте заглянем в автосалон эконом класса, друзья. Посмотрим, что там у нас присутствует, что у нас есть и чего у нас нету. Я опять улетаю в небеса, непонятно куда-то, зачем я так делаю, непонятно тоже. Так, вот, пожалуйста, наш, друзья, автосалончик. Автобаза, пожалуйста. Давайте подлетим, посмотрим. Так, автосалон низкий. Давайте зайдем, посмотрим, есть ли машинки на нем. Пожалуйста, ребята, все функционирует, все красиво, все замечательно. Вот, вы можете выбирать любую тачку. Ух ты, блин, дверь забаговалась. Так, Peugeot, Jeep GS, Lada 2101, кстати, капиндосик я бы себе тоже приобрел, ВАЗ 2107, так, Lada 2109, пожалуйста, ребята, все автомобили, которые вы хотели бы себе приобрести, все находится здесь, ребята, все можете приобрести, любой цвет выбрать, пожалуйста, желтый, к примеру, вот, пачки, и все, друзья, замечательно, выходим и появляемся мы с вами на нашем с вами месте. Так, Getaway 0, и давайте, собственно, я возьму сюда свой, друзья, наверное, Авентадорчик. Так, смотрите,
Промо-лист, друзья, пожалуйста, вся информация слева вылазит. Наш главный ютубер Никит Траш. Посмотрите список действующих промокодов. Ребят, промокодик тоже я сделаю ближе к открытию, поэтому вы сможете получить от меня еще там, не знаю, 1020-25 доната. Просто спокойно, друзья, без каких-либо проблем. Блин, нифига. Сегодня какой-то прям бочковый день такой, прям наваливаю нормально, только в путь. Прям вот реально прям красиво. Так, что еще по АЗС? Попробуем сейчас, давайте, купить вот эту АЗС. Я не знаю, смогу ли я, не смогу, потому что у меня как бы уже присутствует один безак. Давайте попробуем. Buy Fuel ST. У вас уже есть заправка, чтобы купить другую, необходимо продать старую. Вот, ребят, пожалуйста, все работает, все функционирует, все замечательно, все хорошо. Так, собственно, что еще можно разобрать такого прикольного, ребят? По поводу F-коинсов разобрались, по поводу доната. Пожалуйста, заходим, /донат. Просмотр, покупка кейса, покупка всего, пожалуйста, друзья, все присутствует, цены просто дешманские, поэтому заходим, и все будет реально пушечно. Покупка всех лицензий на вождение на оружие, пожалуйста, покупаем, и все прикольно. Так, последнее пополнение у меня в разделе донат, хорошо. Так, /leads, давайте проверим, /leads, ID игрока, /leads 0. Пожалуйста, друзья, разрешение на рыбалку есть, разрешение на охоту есть, владение оружием есть, профессиональные права есть, базовые права присутствуют. Все, друзья, все просто работает. Если что, ребят, бонус на данном проекте у нас 500 миллионов, 500 кака. Ой-ой-ой-ой, а у меня заправочки-то, друзья, мне надо на заправку срочно, у меня 1 литр бензина, я не знаю, успею доехать или не успею до заправки. И, пожалуйста, ребят, прожмите лайкосик, чтобы я успел, потому что сейчас могу не заправиться просто, и это будет очень обидно на самом-то деле. А, вот, ребят, ай, нажимаем, собственно, 95-й, и давайте заправим на, вот, просто, друзья, 100 литров заправляем, пожалуйста, бензобак полон, мы заправились, друзья, все замечательно. Вот так вот, ребята, вот так вот все беспрекословно просто сделали, по красоте душевной, пожалуйста, влепи лайк, если еще не влепил, и подпишись обязательно на канал, потому что я делаю для вас, друзья, контент, который вы, собственно, смотрите, вам это интересно, по крайней мере, я по лайкам и комментариям я вижу именно так. Так, ребят, что еще, собственно, такого? По поводу скинов. Скины есть все. Хэллоуиновские, всякие разные, всякие, абсолютно всякие, салам алейкум. Так, что еще можем глянуть, друзья, с вами такого прикольного? Так, банковский счет мне пришел. Партия контейнеров, кстати, давайте /GPS, давайте телепортируемся на контейнеры, пожалуйста, контейнеры. Транспортные узлы, грузовой порт. Телепортироваться, пожалуйста, тпхаемся, опачки. Все хорошо. Так, get v0. И давайте опять авентадорочка свою сюда запикаплю, друзья, чтобы на нем уже кататься до конца серии. Почему бы, в принципе, нет. Полетели. Ух, какой, блин, лежачий был, нифига себе. Так, собственно, сейчас подкрываем сами контейнер. Посмотрим еще, что из контейнеров может выпасть, что может не выпасть. Сейчас глянем просто, салам алейкум, красиво. Вот такой персонаж здесь тоже, друзья, стоит, пожалуйста, который может просто по красоте душевной вам обновить контейнеры. И вообще спокойненько, пожалуйста. Так, одежда, техника. А если у нас контейнеры с машинами, мне интересно. Транспорт, 5,5 миллионов. Пожалуйста, друзья, давайте попробуем открыть и посмотрим, что нам выпадет. А ты пока что влепи лайкосик-кокосик. Так, полетели, друзья. Так, готово, начать торги. Давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 миллионов, друзья, поставим. И пока контейнер у нас с вами, друзья, открывается, побежали дальше, посмотрим. Может быть, еще где-то транспорт есть. А вдруг есть, а вдруг нет, а вдруг, может быть, еще, конечно, есть. Транспорт, пожалуйста, друзья, давайте. И тут мы с вами поставим тоже 6 миллиончиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пожалуйста, друзья, поставили. Так, что у нас в следующем контейнере? Здесь у нас антиквариат, здесь у нас одежда. Ну, пожалуйста, ребят, как бы... Сейчас посмотрим, откроем контейнер, глянем, что выпадет. Может, что-то и прикольное. А вдруг выпадет какая-нибудь просто лютейшая таченция, просто которая сорвет мне просто куш. Супра, пап. Просто, я понял. Я вас понял, принял. Спасибо огромное. Так, конт. Конт спавн. И тип контейнера. Пожалуйста, шестерочку нажимаем, друзья. И нам выпадает чисто только транспорт. Посмотрите, ребят, только транспортейшн. Ничего другого нету. Давайте откроем, попробуем все кейсики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вот так вот сделаем, друзья. Попробуем все открыть контейнеры и посмотрим, хотя бы что там не выпадет вообще или нет. Я вот не знаю. Мне просто интересно, смогу ли я что-то реально прям годное выбить. Контейнер за 150 тысяч. Как бы тоже такой себе прикол. Давайте поставим 200. Так, вот это давайте откроем. И сейчас по очереди пойдем их взрывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 миллиончиков ставим. Отлично. И побежали, давайте попробуем открыть, друзья, еще один контейнер, последний, поэтому просто будет пушечно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, друзья, отлично, у нас с вами все по красоте душевно сделалось. Так, и начинаем с самого, друзья, наверное, дальнего контейнера, с самого... Ох, как я... А, да, я его открыл, конечно. Все, все контейнеры открыты, давайте посмотрим. Нажимаем Alt, и выпадает, друзья, что это? Выпадает четверочку, по-моему, да?
Да, ВАЗ-2104. Нет, я ее не хочу. Не хочу. Так, контейнер за 7 миллионов. Ой, Кадиллак, друзья. Мы окупаемся. Я оставляю его себе. Кадиллак, друзья, пожалуйста, окупились спокойно, вообще сполна. Ну, здесь, конечно, просто ассаламу алейкум, до свидания. Контейнер за 300 тысяч. Давайте. Так. Ой, а я его, оказывается, еще пропустил. Я пропустил, друзья, один контейнер. Это на самом деле плоховато. Это прям плоховато. Так, открываем здесь. Что у нас выпадает? Какая-то параша. Ливаем отсюда. Контейнер за 6 миллионов. Открываем. И здесь выпадает нам BMW M5 F90. Тоже очень слабенькая точенция. И последний контейнер за 6 миллионов. Mazda. Вот такая вот, друзья, красотка. Ну, я тоже ее, наверное, продам. Так, собственно, ребят, контейнеры буду обновлять по мере возможности. Буду играть с вами, будем обновлять контейнер. А ты, пожалуйста, пока что влепи лайкосик и обязательно подпишись на канал. Все ссылочки на проект находятся в описании. Итак, открываем тачку Гольфец. Ну нет, это вообще не то. Я категорически не согласен, на самом деле. Вообще, вот абсолютно ни разу. Так, ну, собственно, мне выпал Кадиллак. У меня он, Кадиллак Эскалейд, вот он, пожалуйста, присутствует. Загрузить. Где он появился? А, вот он, пожалуйста, Эскалей, друзья, Кадиллак, вот он, мой красавчик. Он здесь, друзья, он на районе, он у папы, просто в руках, салам алейкум. Вот, Кадиллак, ребята, ну нормально, нормально, прям, ну неплохо, вот серьезно. Ну как по-другому еще сделать, если прям, ну такая вот, друзья, красота, все просто замечательно. Блин, я не знаю, ну классно, классно все сделано, конечно, мне аж самому доставляет свой проект, потому что, ну если все нормально, почему бы в принципе нет. Итак, ребят, контейнер с вами проверили. Давайте проверим с вами еще что-нибудь интересное. Давайте проверим, кстати, F-Coins и посмотрим, попробуем купить с вами какой-нибудь транспорт. Покупка транспорта. Так, Bentley Continental, Ferrari Enzo, Lada Granta MVD, BMW X5 MVD. И мне приходит смс-ка в WhatsApp. Нифига себе, на мой 14 Pro Max iPhone. Вот это да, друзья. Вот это красиво, прям вот это хорошо. Так, ребят, ну выбор у меня просто максимально прикольный. Не знаю, что вообще выбрать, что можно здесь выбрать. Ой, блин, капец, сколько всего, друзья, прикольного. Я не знаю, Кулинан бункер, Фантом бункер. Ну, давайте Фантом, наверное, попробуем прикупить себе. Вы успешно купили транспорт. Давайте попробуем его, друзья, телепортейшн сюда замутить. Загружаем, и вот он наш. Пожалуйста, друзья, красавчик. Все работает, все замечательно. Итак, стоп, секундочку. И давайте попробуем сейчас еще раз F-Coins прожать. И попробуем купить себе какой-нибудь скин. Покупка скина. Марк Грозный. Ахмед. Заяц. Хасбик. Хасбик 4. Кстати, Хасбик. Пожалуйста, друзья, Хасбик. Хасбула Багирович. Ебать, Тагирович. Салам алейкум. Покупка скина. Хасбик. Давайте попробуем первый. Вот такой, друзья, Хасбик есть. Пожалуйста, Хасбик. Вот такой маленький. Вот такой балдежный. Такой прикольный. Все стоит он на земле. Все четко. Все замечательно. Не переживайте. Все красиво. Так, F-Coins, не переживайте, ребята, все тачки, все я себе выбирать буду, потому что, ну, будем сыграть вместе с вами с нуля. Блять, что я купил, ребята? Что я... Волга КГБ? Зачем я ее купил? Так, SP Cars, давайте все зареспавним. Вот они, вот эти две тачки остались, потому что они здесь у меня и стоят. Так, и F-Coins, давайте еще раз прожмем, посмотрим еще разочек, какие тачки, друзья, покупки транспорта. Bentley Continental. ZAS Project, ВАЗ-2101 пикап, Ferrari Enzo, Lada MVD, Porsche 911, Mercedes, Brabus, кстати, вот это прикольная тема, вот это прям классная. Вот, вот такой, друзья, есть 25 тысяч коинов, вы представляете, сколько это вообще деньжат, ребята, я его прям разыграю, прям как вам такое, вот такой красавец, друзья, я его при вас, собственно, разыграю. Ну не знаю, как там Хасбик за рулем, тебе нормально вообще? Подождите, хоть попробую... Понять, что ли, я не знаю. Сейчас. Хасбик, подожди. Ну, Хасбик, это максималка. Родной. Это правда максималка, я больше не подниму. Блин, ребят, ну это капец. Вот это реально очень прикольно. Блин, ну Хасбик, конечно, вообще красавчик. Блин, ну, кстати, летит гелик, ребят. Гелик летит нормально, прям вообще, прям красавец. Кстати, номера вы можете прикупить себе в донате. Только сейчас я об этом вспомнил, ребят, давайте покажу вам. /донат, просмотр. Итак, покупка номеров для личного транспорта, пожалуйста, ребята, мы можем поставить, допустим, Х777, ХХ77, оплатить. Пожалуйста, друзья, оплачено, давайте зайдем и попробуем этот номер установить, использовать. Пожалуйста, друзья, номерочек установился, все просто замечательно. А вот это вот, на самом деле, погода, которая вот такая вот плохая, меня она уже раздражает, я не могу. Во, хорош. Собственно, ребят, вот такая вот копия. Все прикольно, все замечательно. Я надеюсь, вам она понравится, потому что, ну, как бы,
как бы для людей, для всех, друзья, должно быть все прикольно. Я надеюсь, вам она реально залетит. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. Надеюсь на вашу поддержку, потому что, собственно, ну да, как бы надо по-любому. Поэтому все ссылочки находятся в описании. Надеюсь на вашу поддержку. С вами был Никитос и Хасбик. Всем пока!